В течение 10 дней станут известны причины неполадок лайнеров авиакомпании «Эйр Астана». Об этом сегодня заявили в Комитете гражданской авиации. Напомним, 8 марта у самолета, летевшего рейсом Алматы и Атырау, произошел сбой оборудования. В результате «Боинг» пришлось вернуть в порт вылета. Сейчас инцидентом занимается специально созданная комиссия, которая, кстати, расследует еще два случая, произошедших в «Эйр Астане» чуть ранее. Таким образом, 5 марта экстренную посадку совершил экипаж самолета, летевшего из Алматы в Уральск. Через два дня после этого случая еще одно судно казахстанской авиакомпании, следовавшее из Алматы в столицу, пришлось посадить после отказа двигателя в воздухе. Причины случившихся инцидентов изучает департамент расследования происшествий на транспорте. Авиакомпания также начала внутреннее расследование по всем фактам. Сегодня было проведено совещание оперативное под руководством заместителя министра, курирующего вопросы транспорта, с приглашением и заслушиванием отчетов, причин вот этих вот инцидентов непосредственно представителей авиакомпании ответственных. Да, это «Эйр Астана», значит, «Биг Эйр», «Казах Эйр». То есть в первую очередь «Эйр Астана» отчиталась у нас по тому предварительным причинам. То есть то, что и какие меры они предпринимают. Сейчас официальное расследование уже, официально приказ есть, расследование проводится.